Каждый уважающий себя юрист, особенно работающий в области уголовного права, должен знать Достоевского, особенно его преступления и наказания, считает Кони, известный на всю страну юрист прошлого века. Достоевский, не имея юридического образования, затронул почти все вопросы уголовного исследования. К 150-летию великого романа студенты Казанского федерального посвятили олимпиаду по криминологии и уголовному праву. Право и литература – это две вещи, которые в любом случае сочетаются. В любой книге мы можем найти отголоски того или иного правового явления. Некоторая литература прямо посвящена юридическим явлениям. Но здесь именно роман, посвященный уголовным правовым криминологическим особенностям. Первая межвузовская олимпиада по криминологии и уголовному праву прошла на юридическом факультете Казанского федерального в два этапа – тестовая часть и решение юридических задач по произведению. Мне очень нравится, разговариваем о проблемах и решениях вообще в уголовном праве. То есть, как вообще нужно ли нам уголовное право, что такое преступление, как его решить и нужны ли вообще преступления в мире. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.